маленький отчет за последние двое суток моей жизни. Значит, за два дня в дичайшем холоде, но с большим удовольствием я снялась в артхаусном кино в Питере с блестящей актрисой Зоей Буряк и Анной Серговной. Вы знаете Анну Серговну, она прекрасная, красивая актриса из театра Полунина. Во-вторых, она много лет спутница, настоящий борец моего любимого артиста из группы «Шляпников» Юры Музыченко. Вот. Во-вторых, я успела забежать, благодаря Коле Цискоридзе, снять для вас специально, ну и для себя на память, экскурсию по замечательному музею. Вы увидите и недавно возобновленные палаты царя Петра I. Вы увидите много интересного, услышите экскурсовода. Значит, по-прежнему оператор я очень плохой. И еще могу сказать с огромным удовольствием и с большой печалью, с огромным удовольствием, что по-прежнему в Эрмитаже нет китайских туристов, поэтому к любой картине вы можете подойти, билеты доступны. Эрмитаж немножечко стонет от того, что нет туристов. И я бы очень хотела, чтобы сейчас те, кто хочет провести какие-то праздники, не искали каких-то непонятных развлечений. Ребята, в Питере гостиницы на любой вкус, по доступным ценам 100%. Поезда ходят пустые, сейчас цены доступны. И, конечно, добро пожаловать всем в Эрмитаж. Ну и посмотрите, я все буду публиковать в ленте максимально, чтобы вы могли насладиться. Такая мини-экскурсия, затравочка. Ну, я так по чуть-чуть, извините, успевала на 2 часа в день получать удовольствие. А сейчас у меня в ленте Вагановское училище. Это благодаря Коле Цискоридзе я провела, он для меня провел экскурсию. Поэтому посмотрите, она еще из ленты не ушла.